Это имбирь. Еще одно слово, которое вошло в жизнь украинского народа относительно недавно, но достаточно крепко. В конце концов, практически каждый в своей жизни хоть раз попробовал суши. Вот с ним подают маринованный. А вот что из себя представляет живой, свежий имбиренок? Дивіться, є пропозиція. Зараз швидко заробити грошей. Значить, дивись, я тобі плачу 10 гривень, ти їсиш імбір. Ні, 10 гривень, ну за що? За те, щоб з'їсти імбір? Дешево. Дешево? Конечно. 10 гривень. 10 гривень. Давай, 20 гривень. За половину. 20 гривень за половину. Ну хорошо, давай, 20 гривень за половину. Только щоб ви не відстали. Поїхав. Так. Вот скажи прекрасно. Вот чего боялся, совершенно непонятно. Все восхитительно, смотрите. Ну, горьковатый слегка. Ну, господи, что ж это такое вообще? У тебя время еще есть, между прочим, да? То есть минута, да, да, да. А он смакует, гурман, эстет. Бессмысленно есть и не глотать. Нет, все, давай. Я сдаюсь. Сдаешься? Да. Отлично, молодец. Ну, он попробовал хотя бы. Поехали, время пошло. Да. Ну, так, в принципе, ничего, все хорошо. 10 секунд прошло. Аплодисменты, определенная реактивность появляется в действиях, вот что-то такое непонятное. Тут уже пошли танцы, тымца-тымца-тымца, умца-умца. Вот видите, что имбирь животворящий делает? Все. 6, открывай рот. Отлично! Еще и очки сняла, вот молодец! Выходи, красавчик. Как зовут тебя? Тимофей. Смотри, давай так, 25 гривен я тебе дам. 30. И ты ешь имбирь. Да. Забили. Пошел! Аплодисменты! Поддерживаем, поддерживаем, поддерживаем. Антрацит! Вроде бы все в порядке. Не-не-не-не-не-не-не. По всем законам жанра нельзя есть имбирь без очков. Вообще ни в коем случае нельзя. О, а если я проиграю, я тебе даю деньги. Если ты проиграешь, ты ничего, просто доедаешь этот имбирь и все. Ох, хорошо, да? А. А, бодрит. 3, 2, 1! И все равно аплодисменты. Большой был. Предложение то же самое. 30 большой. Полтинник. Ладно, давай 35. Ну давай же, Тарас. Давай, 35. Чтобы ни тебе, ни мне. 35. Давай. Поехали. Время пошло, и аплодисменты. Вот так вот набил рот имбирем. 4, 3, 2, 1 и аплодисменты. Ну низ, но был близок, но почти, почти. Откуда родом? Мукачево. Мукачево! Прекраснейший город. 25-80. Я люблю сегодня цифру 80, поэтому 25-80. Хай будет. 25-80. Отлично, аплодисменты, вот и договорились. Поехали, время пошло. Как оно вообще? Нравится? Все хорошо? Хорошо идет, между прочим. 5, 4, 3, глотай. 2, 1. Одна с хвостиком. Одна с четвертинкой. Одна с... Я даже не знаю чем. Одна с микроном, одна с квантом, одна я! Ну, молодца. Ну, расскажи. Мукачево. Мукачево. Вот одно слово. Мукачево. 25 гривен 80 копеек. Держи, вот тебе 80 копеек. 25, да. Не надо, не-не, спасибо. Да не-не-не-не, да ну это... Не-не-не, иди. Давайте так, мы уже по очереди имбирь ели, теперь пришло время есть имбирь на скорость. Кто тут мощный? Кто у нас составит пару этому славному львовянину, который только-только пришел с Мальты? Не бойся, все будет хорошо. Идем, это как комарий кукусит. Не переживай. Кто первый съедает, тот получит 40 гривен. 1, 2, 3, поехали. Нравится? Нравится? Очень нравится. У тебя все в порядке? Слегка островато. Так. Мне просто интересно, он что-то интересное нашел в кустах? Старые фуршеты. Вот, ну.
Все? Сдался? Ну вот видишь, а ты боялся. Я же чувствовал, что он сдастся. Кольчик, держи, вот тебе 40 гривен. Держи, родной. Не-не-не, это мое. Да. Кто еще имбиря хочет? Ну что? А с товарищами делиться можно? С товарищами можно на скорость. Давай. Товарищ. Выходи. Если не доедаете, не получаете. Тот, кто первый съест, тот первый получит деньги. Готовы? Поехали! Так. Вот этот взгляд, сейчас он очень напомнил взгляд боксера перед этим, да? Когда такая ненависть вообще. А чем занимаетесь вообще по жизни? Музыкой! Музыкой! А ты чем? На каком инструменте играешь? На бас-гитаре. На бас-гитаре! А покажи... Поздно, брат, поздно. Ты на каком музыкальном инструменте? Гитара. Гитара и бас-гитара. Ну вот видите, бас-гитаристы не тупят. Аплодисменты. Давай я тебе дам так. Так как вы те музыканты, то вот тебе по пятерочке. А ты ему там уже скинь что-нибудь с барского плеча, хорошо? А то он же вокалист, он же первый. Он же... На него все девушки ведутся, да? Так вот ты ему отомстил. Аплодисменты. Спасибо, братцы.